Всем привет, 12 полдень. Если вам надоело поливать уже из лейки, вот из бочки черпая парник или грядки, то я вам могу предложить, как сделать из куба полив через шланг парника, либо грядок каких-нибудь. Все, и погнали. Вот так вот. Поливать, все. Никаких проблем. Это круто. Давайте подробненько, максимально быстро расскажу, как подключить этот куб к вот такой поливалке. Может, помните, вот кубик поднимали мы наверх вдвоем, на веревках. Не просто, но вдвоем нормально. Осилить можно. Теперь я вот подготовил материалы для соединения. Вот крышка от куба основная, которая продавалась вместе с ним, с уплотнительным колечком. Дальше отдельно покупается за 500 рублей. Такая крышка на 60, тоже с уплотнительным кольцом, как раз накручивается на эту резьбу. Внутри тоже тут резьба, поэтому отдельно покупается еще вот такая как бы проходка. Тоже через резьбу тут будет накручиваться еще через уплотнительные кольца. Дальше штуцер, тоже с уплотнительной прокладкой, вот резиновой. Потом, ну, хомутики, соответственно, оцинкованные 16 на 27, так как штуцер у меня тут на 3 четверти, я шланг буду выводить. Я думаю, он даст нормальный напор, такой шланг, типа армированный. Кран, соответственно, вот у него штуцер с внутренней резьбой и с наружной резьбой штуцеры. Все, будем пробовать подключать. Конечно же, про ключи не забываем, чтобы затянуть все эти гайки. Соединяю сейчас эту крышку с проходкой этой медной. Придется пожертвовать резьбой чуть-чуть, чтобы подтянуть. Гаек же нет тут. Ну и, конечно, на всякий случай контролую резиночку и гаечку. О, все. Прокладка резиновая, штуцер. Резьбу держу. Ключом подтяну. Вот так. Все, затянул. Отлично. Хомут. Шланг. Оп. Все, затягиваем. Хомут ровненько, чтобы был. Не наискось. Так, теперь соединяя это, можно наоборот сделать. Сначала на куб прикрутить, но я лучше так. Вот. Да. Все. Ну, только от рук тут по-другому никак. Ручной силой. Вот такую колобашку закручу на куб. Вот подключение к кубу. Шланг этот сейчас пойдет вниз. Конечно, ничего не сломаю. Сначала выкручиваю против резьбы шланг, потому что он потом же будет закручиваться. Ой, чтобы он сам накрутился, вот он попал на резьбу. О, все, вот предел. Все, теперь можно шланг поправить, чтобы он там внизу раскрутился. Подтяну сейчас. В принципе, можно сразу открыть кран, чтобы к этому уже не возвращаться. Снова привет. Теперь можно заняться краном. Вставлю в него уплотнительную. Теперь штуцер закручиваю. Смотрите, какое у меня мохнатое тут чудовище. Огромное. Соединение затяну. Снова через резиновую прокладку. Второе соединение затягиваю вот так. Все. Вот такую приспособу я придумал. Два хвоста завел в шланг. Здесь просверлил сверлом шестеркой, чтобы выпустить другой конец. Вот. И сделать вот такую ручку с крючком. То есть принцип какой? Я вставляю для набора воды в этот куб, вставляю далеко, потом цепляю за крюк, и все, при любом напоре воды
шланг не выскочит и вода набирается спокойно туда. Вон там хвост этот, видите? Вот. Все. Никуда не вырвет. Чтобы вынуть, все легко. Просто вот поджимаю хвост, крюк, вот этот зацеп, вывожу. Это второй крюк, который фиксирует, чтобы шланг не ездил туда-сюда. Вот так. Все, можно набирать. Чик. Где-то он там внизу. Вот шланг для набора воды. А вот для слива на 3/4. Сейчас я к нему присоединю кран, и можно уже запускать воду. Хомут. Вставляю кран и спрячу винт хомута от крана подальше, чтобы руки не поцарапать при открывании. Вот такая штука. Можно набирать воду, в принципе. Только закрою. Так, соединяю шланги. Наборный, я думаю, без хомутов и так пойдет, плотно входит. Все. А, косяк. Шланг дырявый, наборный. Надо другой. А как он так вообще? Видите, для струйки. Ай, ну ладно. Ну, тем не менее, водичка набирается. Под кубом надо подтянуть соединение. У меня здесь сочится вода сейчас. И вот это место нужно что-то поднять, шланг, во-первых, чтобы напряжения не было на стыковку. И чтобы он не переламывался, здесь через деревяшку какую-то делают дугу опорную. Ну, я вроде все соединения подтянул, но все равно чуть-чуть капает. Ну, что поделать? Я в итоге сделал желоб, чтобы по нему стекала вода и дальше на крышу вниз на улицу. Ну, пока так. И вот деревяшку подложил, чтобы угол был шланга нормальный. Все, набрал бочечку. Шланг пропустил тут и цепляю его крючком здесь, эту дугу, чтобы никуда он не делся. Все, никуда ветром не сдует и не сползет он. Закрываю. Видите? Отлично. Дальше шланг прикреплю к стенке. Для этого размечу его. Так, здесь чуть-чуть вертикали, чтобы были. Должно быть гуд. Проперфорирую. Вот так чудесненько закрепил между хомутами как раз вот винты. И сейчас стяну, будет вообще огонь. Будет надежный кранчик. Оп. Верхний. Замечательно вообще. Оп, пошла водиться. Оп, не пошла. Ну что, друзья, время испытаний. Включаем кран, вода. Побежала по шлангу. Шланг, вот он. О, струя. Смотрите, струя, струя. Ничего себе, струя. У-ху-ху. Ого. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы ее пока остановим. На конце шланга у меня такая насадка, быстросъемник. Гринда, пускай. Это не реклама. Просто понадежнее взял и пистолетик распрыскиватель. Сейчас я его нащелкну, он быстро зажимной. Снимать его легко. Вот. Все, и я попробую, тут они тоже, я первый раз им пользуюсь. Ну, тут разные фишки, у него разбрызгиватели, струи разные. Так, а, он заблокировался, во. Опять включу воду. Вы еще не разбежались? Ну что, пробуем? О, ничего себе, как далеко. Вы это видите? Ой. Так, сейчас мы это. Во. Все, и пошел поливать цветочки, клубнику или что там у нас есть. Это кайф вообще. Кстати, вот пистолет заблокировался, можно это как бы куда-то там снизу там подлить так.
вообще тема. Еще некоторые советуют куб покрасить, чтобы вода в нем не цвела от солнечных лучей. То есть она будет более-менее прозрачной всегда, без всяких этих наростов. Но красить я не очень люблю. Может быть, я профлистом зашью куб, и так будет, скорее всего, лучше. Что скажете вы, интересно? Всем чай с пряником. Подписывайтесь на мой канал. Лайки, комментарии. Все приветствуется.